Слушай, я нашла информацию о других активах Мартина Ли. У него собственность по всему городу. Ха, эти места соответствуют карте, которую я нашел в той транспортной компании. Я проверю. Сообщай обо всех находках, а я соберу факты воедино. Договорились. Я направлюсь в офис Ли в Пир, чтобы понять, почему он так поступает. И что планирую делать дальше. Хорошо. Передавай привет Мэй. Погоди, ей же ничего не угрожает, да? Нет. У Ли одна единственная цель. Норман Осборн. Привет, как жизнь? Что ты знаешь о Соболь Интернешнл? Ага. Коммерческий спецназ. Международники. Их обычно нанимают для подавления революций. Или для их начала. Воинственные наемники. Что может быть лучше для города? Ого, интернет аж взорвался. У них опорные пункты по всему городу. Всех подряд обыскивают. Просто бред. Нет! Просто страх Нормана Осборна! Питер? Раз ты за главную, пока мистера Ли нет, кто делает твою работу? Я. Но помощь мне не помешает. Есть кандидат? Вообще-то да. Его зовут Майлз Моралес. Откуда я его знаю? Это его отца награждали в ратуше. А. Я говорил с ним на похоронах. Он очень не глуп, просто у него трудный период. Знавала я такого мальчика. Помню, работа мне помогла. Вдруг и ему поможет. Вот номер его мамы. Да, я ей позвоню. А от мистера Ли не было новостей, а? Нет, а что? Да просто. У меня есть еще время до работы. Пойду осмотрюсь, может быть, где-то смогу тебе помочь. О, ты не обязан. Я знаю, я сам хочу. Надо проверить офис Ли. Тебе помочь с овощами? Я давным-давно поняла, что тебе лучше держаться подальше от кухни. Пит, рад, что ты в порядке. Да, пока держусь. Мэй сказала, ты застал взрывы. Я за тебя молился. Спасибо, я ценю это. Кабинет закрыт. Как мне туда попасть? Без шума. Я все время на нервах. А, никогда не видел этой комнаты. О, что это? Высоковольтные провода. Зачем такая мощность? Я понимаю, но номер договора в офисе мистера Ли, а туда, ну, не попасть. Я перезвоню сразу, как получу информацию. Нет, я не знаю, когда точно. Что бы сделал Бен? Комната, что я видел из воздуховода. Она должна быть прямо за алтарем. Дневник Ли. Ключ. Интересно, где же замок? Ли кажется запутавшимся. Как будто он и не хотел так поступать. Рассказ о призраках, который отец Ли читал ему. О демоне, которого можно обуздать только самоконтролем.
Похоже, это записка для Мэй. Ха. На фото на алтаре нет картины. Какой-то замок с секретом? Да, вот так. Да! Ли помешался на масках. Это что-то из Юнга? Вроде того, что он должен притворяться кем-то, чтобы выпускать тьму из себя. Притворялся демоном, пока не стал им. Ли передавал свои силы другим. Как Ли наполнял это своей силой? Биоэлектрическая индукция? Фазовый сдвиг? Здесь все о Нормане Осборне. Вся его карьера. Ли, похоже, помешался на нем. Ли следил и за Уилсоном Фиском. Пытался понять, когда тот падет. О, это папка, которую МДжей нашла на аукционе. Это может помочь мне понять, что планирует Ли. Моя сила растет. Впитывая мой гнев. Отец сказал бы, что я сбился с пути равновесия, но он не понимал. Чтобы победить монстра, нужно стать им самому. Он установил ловушку, чтобы никто живым не вышел. Еще один. Если бы это нашла полиция или Мэй, даже думать не хочу о последствиях. Так, как мне отсюда выбраться? Привет, Питер. Мистер Ли, я думал, вас нет в городе. Ты нашел то, что искал? Мартин, ты здесь? Я возьму. Спасибо. И скоро снова уеду, к сожалению. Просто хотел забрать кое-что. Ты, наверное, слышал про ратушу. Да. Страшно. Питер был там, но ему повезло. На сборище Осборна? Не знал, что ты фанат. Что ж, главное, вы в порядке. Аминь. Но подрывники на свободе. Кто знает, что они планируют? Думаю, вам с Мэй вовсе не о чем тревожиться. Если будете держаться подальше от опасности. Что ж, мне пора. Когда вернешься? Когда закончу.
Стойте, стойте! Что за... Капитан Ватанабе? Я наконец нашел доказательства. Они в центре пир в китайском квартале. И что я там найду? Милую даму по имени Мэй Паркер и кое-что очень странное в офисе Ли. И слушай, он планирует еще одну атаку. Где? Когда? Пока не выяснил, но кажется, он хочет применить дыхание дьявола. Звучит разрушительно. Что это? Вещество, созданное в Аскорб. Возможно, биологическое оружие. Тут целая папка с данными о нем. Пока придержу у себя. Пришлю копию, как смогу. Мы проверим его офис. Если доказательства стоящие, объявлю его в розыск. МДжей, привет. Я просто так. Питер, привет. Можно я перезвоню? Я думаю, ты будешь рада. Погоди, а почему ты шепчешь? Просто тут происходит кое-что. Может, поужинаем вместе сегодня? У меня. А, конечно. Могу приготовить. Круто. Пока. Погоди. Помнишь, ты говорила об искажающем прикосновении Ли? Думаю, я только что видела вас. Где? На меня только что бросились милейшие бездомные. Вот только их глаза светились. И я вспомнил, что Юри говорила мне что-то подобное об охраннике, выпустившем Шокера. Так Шокер и правда работал на Ли? Тут все взаимосвязано. Есть еще кое-что. Но лучше расскажу уже за ужином. А, пока. Ужин. Что мне приготовить?